Позвонить. Несколько программ. Даже и по молодежи, и по ветеранам, там, и по инвалидам, по всем делам. Что вы хотите. То есть подобные вопросы можно задавать в электронном виде или по телефону, или только на приемах, на личных приемах? Просто времени сейчас нету в электронном виде заниматься. Александр Владимирович, а когда у вас личный прием? В четверг, по-моему, 10 часов. В 10, да, в четверг? Время очень насыщенное. С завтрашнего дня начинается обучение по комитетам по тендерным торгам, поэтому на этой неделе приема не будет. В принципе, я никому не отказываю, пожалуйста, приходите. Хорошо. Спасибо не большое. Приемное время. Спасибо, хорошо, спасибо. Обратимся. Ольга Сергеевна, как вы оцениваете результаты нашего похода? Мы встретились с заместителем городского головы Болотиным Александром Владимировичем, задали ему ряд вопросов, передали остальные, и в ближайшее время получим от него ответы и обязательно опубликуем на сайте. Спасибо большое, Ольга Сергеевна. Спасибо.